самые быстрые животные в мире. Всем известно, что самым быстрым животным на Земле является гепард, но с небольшой поправкой, только на суше. В общеживотном рейтинге участвовали бы одни только хищные птицы, а гепард бы даже не попал в десятку. Так что мы рассмотрим сверхскоростных животных не только по непосредственному показателю километров в час, но и учитывая их размеры и среду обитания. Белорог – это элегантное создание, самое быстрое наземное животное Северной Америки, развивающее скорость под 90 км в час. На короткой дистанции белорог не смог бы обогнать гепарда, но легко оторвался бы от него на длинной трассе. Выносливость позволяет белорогам мигрировать каждый год на сотни километров. Бразильский склочатогук – самая скоростная из летучих мышей, разгоняющаяся почти до 100 км в час в пикировании. Склочатогубы живут большими колониями в пещерах, под мостами и старых зданиях. По вечерам они одновременно вылетают на охоту, формируя потрясающую кинематографическую картину. Парусник и меч-рыба. Любопытный пример ничьей. Разные источники называют то парусника, то меч-рыбу самой быстрой в мире рыбой, развивающей скорость от 100 до 130 км в час. Одно из исследований, отдающее победу меч-рыбе, обнаружили с помощью МРТ, что в верхней челюсти рыбы расположена миндалина, выпускающая масло. Растекаясь вокруг рыбьей головы, масло снижает трение о воду и повышает скорость. Калипто Анны. Верхний предел скорости этой птицы – 80 км в час, что кажется не слишком впечатляющим результатом, пока вы не оцените ее размер. Биолог Кристофер Кларк из Калифорнийского университета в Беркли посчитал, что при такой скорости колибри покрывает 385 размеров своего тела за секунду, испытывая сильнейшие перегрузки в 10G. Гепард – далеко не самое быстрое животное на Земле, уступающее первенство птицам, рыбам и даже насекомым, но все еще быстрейшее сухопутное и быстрейшее млекопитающее. Достигает скорости более чем 100 км в час, разгоняясь от 0 до 100 за 3 секунды. Черный марлин. Согласно BBC, максимальная скорость, развитая черным марлином, составляет 130 км в час. Ее измеряли потому, как быстро сматывалась леска с удочки при поимке рыбы, что является несколько спорным методом. Двигалась ли в этот момент лодка, плыла ли рыба по прямой? Так или иначе, неудивительно, что с такой скоростью черный марлин очень популярен среди любителей спортивной рыбалки. Слепень. Если вас когда-нибудь преследовала одна из этих кусачих тварей, вы в курсе, насколько они быстрые. Джерри Батлер, энтомолог из Флоридского университета, заявляет, что взрослый самец слепня развивает скорость свыше 144 км в час. Правда, точно измерить скорость насекомого сложно из-за размера, нелинейности полета и иных факторов. Иглохвостый стриж. Эта птица развивает скорость почти до 170 км в час, что делает ее самым быстрым летающим животным. Она обитает в Азии и Австралии, изредка залетая в Европу. Клещ. Если брать самое быстрое в мире животное по отношению к длине собственного тела, то никто не угонится за клещом вида Paratosordomus macropalpus. За секунду он покрывает расстояние в 320 собственных размеров, все равно как люди бы разгонялись до 2090 км в час. Сапсан. Хотя летает сапсан медленнее, чем иглохвостый стриж, в пикировании за добычей он разгоняется до 390 км в час. Удар когтями после разгона настолько сильный, что может оторвать жертве голову.